Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. Здравствуйте, в эфире Первого городского, программы «Каждый день». Сейчас информация от нашего партнера и далее продолжим. Если вам рекомендовано дуоденальное зондирование, пройдите его в лучшей клинике нашего города. Сеном Клиник специально для вас предлагает выполнить дуоденальное зондирование с 30% скидкой. Дуоденальное зондирование проводят при различных заболеваниях печени, желчного пузыря. В нашей клинике вы можете пройти данную процедуру без очереди и в комфортабельных условиях. Если вам назначили дуоденальное зондирование, звоните, записывайтесь на диагностику по номерам 41 51 51 8778 300. 103-67-28. Сейчас о погоде на завтра. В Мартуке солнечно, ночью плюс 9, днем плюс 22. В Волге без осадков, ночная температура 9 градусов со знаком плюс, дневная 22. В Хромтау солнечная погода на протяжении всего дня плюс 10, плюс 22. В Бадамше также солнечно, осадков не ожидается. Ночью плюс 9, днем плюс 21. И в Шалкаре переменная облачность плюс 10, плюс 24. Далее прогноз погоды в нашем городе. Не все казахстанцы из числа социально уязвимых слоев населения попали в список лиц, которым государство обязалось погасить задолженность по беззалоговым потребительским кредитам. Причиной этому стало отсутствие актуальных данных об их статусе в информационных системах госорганов. Часто в информационных системах ЗАГС отсутствуют записи о браке либо рождении детей. В связи с этим граждане, имеющие кредит, выпадают из состава семьи, а значит, из категории попадающих под действие указа. Эта причина возможна и по другим категориям. Семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, воспитывающие инвалидов с детства старше 18 лет, получатели АСП, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Такие семьи могли не обращаться за пособиями в госорганы, поэтому и не состоят ни в одной из информационных систем. В случае отсутствия в списке граждане могут обратиться в колл-центр Минтруда. Телефоны 111 8 71 72 74 32 20 8 71 72 75 01 79. В кинотеатре «Локомотив» продолжается выставка продажи меховых изделий. Пятигорские производители представили огромный обновленный ассортимент шуб, жилеток и манто. Представлены как классические модели, так и эксклюзивные. Прекрасных дам ждет разнообразие выбора меховых изделий, которые успели завоевать огромный авторитет на рынке. Основной диапазон цен на шубы от 450 до 730 тысяч тенге. А благодаря уникальным лекалам сшитая шуба идеально садится на любой тип фигуры. Хорошее настроение модницам Актобе гарантировано. Выставка работает ежедневно, без перерыва и выходных. Вас ждут с 10 утра до 7 вечера. Яркий тренерский состав, воспитавший немало чемпионов Республики Казахстан, приглашает вашего ребенка в профессиональную школу баскетбола. При баскетбольном клубе «Актобе» объявляется набор в секцию по баскетболу детей с 7 до 16 лет. Занятия будут проходить во дворце спорта «Конус». Мастер-классы от профессиональных игроков, психологическая работа с детьми, а также спортивный инвентарь профессионального уровня. Приятная новость. В бассейне «Посейдон» идет набор детей с 5 до 16 лет на обучение по синхронному плаванию. Синхронное плавание считается одним из самых изящных видов спорта. Зрителей просто завораживают юные спортсменки, которые создают в воде невероятные по сложности художественные фигуры. Радует, что такому красивому виду спорта в нашем городе обучает заслуженный тренер Краснобаева Ирина Станиславовна. Отбор юных спортсменов уже начался.
Ничто так не укрепляет иммунитет, как физическая активность. Бег, быстрая ходьба, лыжи, бассейн, фитнес. И этот список можно продолжать бесконечно. Регулярная физическая активность стимулирует работу иммунной системы и увеличивает выработку клеток, которые убивают вирусы и бактерии. Врачи Сеном Клиник желают вам здоровья и хорошего настроения. А если вам все-таки понадобится помощь врачей, Сеном Клиник всегда на страже. Номера телефонов для справок 41 51 51 8778 303 67 28. До встречи на Первом городском. Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.